сегодня мы расскажем, как легко и быстро приготовить вареники с картошкой. Ставим сотейник с водой на большой огонь. Нарезаем 4 средних клубня картофеля на кубики и отправляем вариться. В миску просеиваем 400 грамм муки. Подсаливаем муку. Добавляем 1 яйцо и 200 миллилитров молока. Смесь хорошо перемешиваем. Выкладываем тесто на доску, посыпанную мукой, и начинаем вымешивать. Раскатываем тесто в колбаски и нарезаем на небольшие кусочки. Каждый кусочек раскатываем снова. Это будет основа вареника. Проверяем картофель на готовность. Снимаем с огня и делаем пюре. Зелень укропа и петрушки мелко нарезаем. Добавляем в картофель и подсаливаем. Готовую начинку выкладываем на тесто и формируем вареники. Ставим сковороду на огонь и мелко нарезаем бекон. Отправляем бекон на сковороду. В отдельном сотейнике кипятим воду, предварительно посолив. Отправляем вареники в кипяток на 5-6 минут. Мелко нарезаем лук и отправляем к бекону. Готовые вареники посыпаем поджаренным луком с беконом и украшаем зеленью. Блюдо подаем со свежей сметаной. Приятного аппетита! Thank you.